Матюки, убийства и голые сиськи. Бэнь-бэнь-бэнь-бэнь. Батя, отстань. Дорогие друзья, я очень волнуюсь, потому что сейчас в кадре появится он. Он Юрий Хованский, я, в принципе, не знакома с вашим творчеством, только знаю, что вы пьете и матом. Не знакома с его творчеством. Ну, значит, да, я знакома с вашим творчеством. Ну, в принципе, так и есть, я пью и ругаюсь матом. Мне мама также говорит, типа, Юра, это все, что ты делаешь, пьешь, ругаешься матом. Я говорю, да, мама, отъебись. Да, еще немного. Давай еще. Да. Что, Хованский, кайфуешь? Мне просто нравится напрягать женщин, знаешь, обычно, которые я встречаю. Он, ну да, помоги свечку, давай. А можно вмешаться? По-моему, будет клево, если ты её забыл. Кстати, он вернулся. Она меня заебала. Она, ну да, всё. Она позволяет себе то, что обычно позволяют женщины, которые переспали со мной, но она со мной не переспала. Присоединяются новые персонажи к нам, творческие. О, жмаренгери! Горбетто! Горбетто! У меня очень сильная ладошка. Ну-ну, удай. Мне это скорее в плюс, чем в минус, что у тебя очень сильная ладошка, поэтому не пытайся меня этим попугать. Нет, мне дико неловко. Здесь более такая спокойная обстановка, много света, и люди тоже в творчестве. Да? Конечно. С оружием. В принципе, творческая обстановка, почему бы и нет. А как вы вдохновились именно, чтобы снимать вот данный клип? Кстати, он будет посвящен чему? Помимо главного героя. Как это говорил, дис на всех недругов Евразии. Ожидания, да? И реальность, которой просто нет. Но. Что нужно сделать, а как вести контент? Нужно просто не сопротивляться. Да. Чему? Всему, всему. Во-первых, вот мой тебе первый совет. Ты видел успешных стримеров? Увеличь декольте. Раза это факт. 4. Типа, у тебя вот, ну с этим кого-то, даже школьников не привлечиваешь. Нужно, конечно, декольте вот до сюда. А как же ум? Ну, удачи, окей, хорошо. Но я все-таки говорю, что нужно. Нужно декольте, да, декольте сегодня везде. Каждый раз, когда я просто двигаю показать, она все равно двигает руку, рассчитывая, что я прямо сейчас в трусики залезу. Вот так относиться к зрителю не нужно. Зритель это чувствует. Не нужно его руку покрывать от залезания в трусики. Так ты не зритель. Нет, он и сам не залезет. Но нельзя к нему так относиться. Он это очень тонко чувствует. Нужно быть раскрепощеннее, как бы подавать себя более открыто. Да, да, да. Я думаю, что, наверное, все-таки не стоит еще раз снимать, ну, и получится, и в итоге. Ну, мы сняли. Привет! Салам алейкум. Просто голый мужчина, который по-прежнему пьет, да? Да. Ты всегда пьешь? Что, нормально? Мы можем уже... А ты всегда залезаешь в ванну голым мужчиной? Нет, слушай, это первый раз. Не опасаясь последствий. Да, обычно. Вот мне кажется, вы... Чревато. Я отец. О, это в 100 раз хуже. Так. Ну как так, блядь? Ну пиздец, ребят, у вас тут не вешалки. Андрюх, ты куда-нибудь щебани все наше, короче, чтобы мы не перепутали. Все наше, блядь. Все наше. Все наше, блядь. Берем, что хотим. Наше все. Берем, что хотим. Крым, Донбасс. Запиши видео обращение. Ну что, какой-нибудь еще кисельный интересный будет? Нет. Максим Марцинкевич, когда ты выйдешь? Мне не с кем рекламировать пирамиды. Ну были я и ты, Бонни и Клайд вдвоем. И теперь ты сидишь. И никто больше не хочет пирамидить со мной. Выходи, Максим, скорее, я жду тебя и люблю. Полина, а ты можешь спросить Глэйза? Ну ты публик, короче, я тебя узнал. Романка, на самом деле, зовут, ты кум, блядь, ты в очах видел, блядь? Отвечаю на Юрия. Ну, демон Юрия.
Давайте, девчонки, вот, короче, помимо того, Юра! Что вы рядом с ним сидите, да ладно. Чтобы, ну там, не знаю, ты можешь, например, проползти тут спереди по кровати. Ну такое, чтобы вот какое-то движение, короче, окей, было, знаете, хорошо. Как в этих гангстерских клипах. Поползи, там, еще что-нибудь такое поделать. Не просто сидеть. Мы смотри, мы так в платьях, как бы, поэтому все нормально. Не то, что кажется. Так, ну что, читку? Читку, да, читку, но девчонки вообще прям, вы должны быть какой-то. Вы можете прям на передний план уползать, там что-нибудь там, типа волосами там. Мы снимаем читку отсюда. От начала до конца. Ну, как обычно, да. А Гену забрали, да? Да. Кого? Гену. Ты можешь присесть тогда. О, я сейчас Леша пойдет в раз. Я просто удобнее было. Вот что я не люблю, когда это на кровать ко мне заползает второй мужик без носка. Сейчас вот такой кровь. Он носка. Юр, Юр, запахни халат, пожалуйста. Чего ты бьёшь? Да ну, зачем им это, я не понимаю, ну окей. Ну, возьми пожалуйста. А может, там просто не будет так разбегать людей? Он не может. Легко сказать. Так, ну что, давайте читку попробуем. Дубль там прям вообще красиво. Добротный, да? Добротный вообще. Мне нравится вот эта вот камера, которая снимает все это вот так вот отсюда. Это просто... Твоя камера. Я знаю, она просто... Что, давайте еще на общем плане. Вообще все идеально, а потом можно отдельно душу взять и отдельно детальки, чтобы вот эти вот все, которые мы хотели. Юр, давай последний разочек. Вперед, пожалуйста. Я потерялся один перстень. Я думаю, это... Да, мы возьмем его потом, да. Что, припудрить хочется? Давай. Ага. Сейчас припудрится девочка. Бэнг, 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 бэнг. Батя, отстань. А что тебя не припудривают? Сейчас, наверное, просто. Нотку. Юра Хованский просто лежит во всей красе. Вот, знаете, вот прям бери, не хочу. Не нужно изображать, будто бы ты сделала что-то, хотя на самом деле ты этого не сделала. Потому что, да-да-да, перед подписчиками возникает один большой вопрос. Какой? Реально ли она лежит сейчас в одной экране? Я сижу, я не лежу, это очень важно. Ну да-да-да-да-да-да. Ну ты, по крайней мере, еще можешь сидеть. А ты уже не можешь. Мы все видим твое состояние. Нет. Я на самом деле здесь лежу за тем, чтобы халат Юрочки всегда был прикрыт, потому что... Потому что ее это смущает. Да, мне это очень да, смущает. Да, она воспитана в классической семье. И... А ты? В семье? В неоклассической. В неоклассической. Все и сейчас. Идет. Сейчас мы снимаем действие на кровати. Только что ушел отсюда Юрий Хованский. Да. На самом деле, с такой горячей...